Раду, я вас рада бачити. Напевно, цим каламбуром вас вже неодноразово зустрічали всі, але насправді я рада вас бачити. Минулого разу ми з вами говорили про прем'єру «Сплячої красуні». Це було менше року тому, так? Да. Зараз ви вже готуєте нову прем'єру. І, напевно, за цей період відбулися у театрі ще якісь прем'єри. Тож розкажіть, чим ви зараз жили, чим дивуєте нас і здивуєте? Да, вопрос довгий, тому що, на самом деле, да, пройшов почти год. С тех пор, как мы с вами виделись последний раз. И, конечно же, театр «Киев Модерн Балет» не стоял на месте, он развивался. Появлялись новые работы. Я, к сожалению, не могу себе позволить ставить больше одного большого спектакля в год. Во-первых, это дорого, во-вторых, это долгая работа, мне нужен год на подготовку. Но, к счастью, театр «Киев Модерн Балет», он является кузницей для молодых талантов, для молодых хореографов. И за это время появилось два новых имени, два новых наименования в нашей репертуарные афиши. Солист балета Илья Мирошниченко дебютировал в качестве хореографа и поставил спектакль «Дерево не может убежать». Философский рассказ про человека, который не может уйти от своей судьбы, но который хочет, ищет поиск. Вообще про балет рассказывать словами всегда очень странно, потому что он больше, чем слова. Но работа получилась замечательная. Музыка Петера Саваскса, гениального латвийского композитора. Вот. И буквально недавно состоялась премьера тоже ведущего солиста нашего театра Артема Шошина. У него это далеко не дебютный спектакль. Артем уже очень известен в балетных кругах нашей страны и не только, как автор уже не одного одноактного балета. Артем поставил спектакль «Неразлучники». Про, как вы понимаете, про попугаев, но на самом деле это про людей. Про пару, которая благодаря своему своей сущности они не могут друг без друга жить. И что происходит, когда судьба, силы рока, люди, как угодно, их разлучают. Вот такой спектакль. Тоже на музыку Малера и Пуччини. Слухайте, ви берете такі глобальні філософські речі. Це не я, це молоді хореографи. Я маю на увазі молоді хореографи, але які ж зараз біля вас ростуть і виросли в хореографі вже поряд з вами. Так же? Вони беруть такі філософські теми, а доводиться це все пояснювати не словами, бо філософія – це ж слова насамперед. Не завжди, але не важно, так. Да. А мовою танцю, мовою жестів – це складно, напевно, дуже. Ну, вы знаете, есть кое-какие вещи, про которые тяжело говорить языком танца. Мало кто об этом задумывается, но в природе балетного искусства и танцевального искусства заложены некоторые ограничения. Про что-то танец говорит лучше, чем слова. Про все эмоциональные состояния, про любовь, про ненависть. Про это можно сказать танцем намного ярче, чем словами и образнее. И невозможно соврать про это, что очень важно. Но есть сложные для передачи вещи. Например, вот я когда преподаю у студентов, мы часто об этом говорим, что появившиеся на сцене мужчина и женщина, мы языком танца очень трудно рассказать, что это отец и дочь. Mm-hmm. Mm-hmm. То, что в театральной постановке или в фильме делается просто: «Папа, привет! Привет, Дотя!» Все, в танце это сделать невозможно. Появишься мужчина и женщина, они априори сразу становятся парой. Навіть віком гратися не можна, якщо там зробити його дорослого, набагато її молодшу, це також буде сприйматися як пара. Конечно, как пара. Вот. И поэтому для того, чтобы показать, что это дочка, нужна еще мама. Вот, хотя бы, чтобы это была семейная пара, и у них будет дочка. Вот. Очень трудно говорить про прошлое и про будущее. Так. То есть балетное искусство, оно сегодня, сейчас, про нас сейчас, вот здесь. Можно делать флешбеки, но это целое отдельное. То, что делается в театре, вот в драматическом, вот так просто, то в балетном театре приходится прилагать невероятные усилия для того, чтобы отослать героев в прошлое или поговорить про их будущее, про их мечты. Тяжело. Вот. Но просто вот об этом никто не думает, когда приходит на балетный спектакль. Я ще, знаєте, що хотіла запитати. У вас же є вистави, є балети як одноактні, так і двоактні. В чому відмінність? Є різниця? І взагалі, чим в антрактах
займаються актори. Це завжди так цікаво. Що відбувається? Яке життя? Вони всі в костюмах, в гримі. І що вони? Як це життя проходить у них? Вообще, однакный балет – это традиционная форма, когда в течение одного акта рассказывается какая-то одна законченная история или приходит одно законченное действие. В репертуаре театра «Киев-Модерн-балет», как и во всех театрах в мире, есть много однакных балетов, а есть так называемый гранд-спектакль, который спектакль на весь вечер. Это может быть двухактный балет, это может быть трехактный балет. Есть, например, вот классическая версия «Спящей красавицы», там три акта и пролог, четырехактный балет. Высидеть очень тяжело до конца, я вам говорю как профессионал, это очень длинное зрелище. В репертуаре театра «Киев-Модерн-балет» был один трехактный балет, это был «Перекресток», который шел на сцене Национальной оперы, копродукция с Национальной оперой имени Тараса Григорьевича Шевченко, на музыку Мирослава Михайловича Скорика, с Мирославом Михайловичем Скориком за пультом, маэстро сам дирижировал. Вот. Но это был самый короткий трехактный балет в мире. Было три акта по 15 минут и два антракта по 20 минут. Высидеть можно. Вот. В репертуаре «Киев-Модерн-балета» сейчас есть двухактные спектакли. Это «Спящая», про которую вы говорили, это «Лебединое озеро», это «Жизель», это «Кармен». И просто это другая форма балетного спектакля. Это спектакль на целый вечер, когда в течение вечера рассказывается одна история, просто с антрактом. Что роблять актори в антракте? То же самое, что делают обычные люди. Они перекусывают, они пьют чай, они отдыхают, они поправляют грим. Если это разные спектакли, то они переодеваются из одних костюмов в другие. Если это два однактных балета или три. А если это один спектакль, то просто вот накапливают силы для следующего акта. Ну, я розумію, що це ніби зрозуміло, що вони роблять, але ж все одно за лаштунки цікаво заглянути, подивитися. Я вас приглашаю. Добре, ми прийдемо обов'язково. То тоді давайте про прем'єру, яка нас чекає 20 червня. Це ж теж буде щось грандіозне, правильно? Я дуже сподіваюся, але я ніколи не можу гарантувати. Я довго йшов до створення цього спектакля. Дело в том, что мне на каком-то этапе захотелось сделать что-то на украинском литературном, литературном первоисточнике. И я вот последние 2-3 года активно изучал, много перечитал. Я, несмотря на то, что я вам отвечаю по-русски, потому что если бы я говорил бы по-украински, это было бы очень, очень смешно. Вот. Но читаю я достаточно свободно. И поэтому я в подлиннике перечитал очень много литературы, литературу украинской классики, и многое меня впечатлило, но все-таки во мне всегда борется как бы автор, творец и человек, который знает, что то, что я сделаю, должно хорошо продаваться. И поэтому после длительных мучений, мыслей и всего остального выбор пал на Гоголя, на повесть «Вий», потому что, мне кажется, это замечательная первооснова для балетного спектакля, для современного балета. Это история, которая полна контрастов, полна ярких образов, полна фантасмагории и реальной жизни, и сочетания сумасшедшей там именно фантасмагории и реальной жизни. И, на мой взгляд, это история, которая будет пользоваться зрительским интересом всегда. Из этого можно сделать хит. На чью музыку будет балет? С музыкой отдельная замечательная история. Наш соотечественник, наш современник, достаточно молодой еще автор, Александр Родин, проходил со мной весь этот путь выбора литературного материала. Я постоянно, и даже кое-какие либретто у меня были уже готовы, не буду говорить, какой-то там был литературный первоисточник, уже было набросано, я уже выслал Александру, чтобы он ознакомливался, потом он понимал, что это тяжело будет продать, и мы отменяли. Да, короче, и он говорит: «Рад, слушай, я не хочу тебя просто, вот у меня есть получасовая сюита на тему «Вия», дать тебе послушать». Я мне выслал в электронном виде, это электронные файлы, я послушал музыку, понял, что это просто замечательная музыка на грани гениальности. И мы с Александром поговорили, я говорю: «Саш, ну это мало для двухактного спектакля, для полноценного, надо еще дописать очень много музыки». И Саша очень быстро, он невероятно продуктивный творец, намного более быстрый, чем я.
Он дописал необходимую музыку, и Национальный симфонический оркестр нашей страны под руководством маэстро Сыренко в Доме звукозаписи мы записали эту партитуру, совершенно грандиозное звучание оркестра. Оркестр полный, так называемый малеровский, этот оркестр 82 человека. Вот, и вот эта составляющая нашего проекта пока у меня вот не вызывает никаких опасений, потому что музыка вот реально гениальная просто. А хореография создается. Вот только вот сейчас мы с вами общаемся, на самом деле мне надо будет вечером идти в зал и ставить движение за движением, нанизывать движение, мизансцены, взаимоотношения, психологию, желание, отрицание персонажей, и вот выстраивать эту ниточку, из которой потом вот разовьется целиком спектакль «Вий». А вся работа с постановки танцев уже началась давно? Сколько взагалі триває робота, так вы кажете, с нанизыванием на ниточку? Нанизывание, ну, месяца два с половиной, три надо для большого спектакля. Ну, то вы же не зараз почали, вы раньше трошки. Немножко, да, я начал заранее, и уже 4 номера у меня готовы в «Черне». Всего 14 номеров. Я думаю, что я успею. Всегда есть опасения. Я не уверенный в себе автор, и это, мне кажется, нормальным. Я не знаю, как оно получится в итоге. Я единственное, что меня окрыляет и вдохновляет, это основы диалектики Гегеля, то, что никогда невозможно точное совпадение идеального и реального. Вот идеальный образ спектакля, который у меня есть в голове, когда я сижу, пишу какой-то текстовый файл и придумываю, как это может быть, и себе представляю, он потом совершенно не похож на реальный спектакль. Но от этого реальный спектакль не хуже, он просто другой. Вже над костюмами почали працювати, і я хочу відразу запитати, ви сказали, що вам хотілося щось суто українське взяти. В костюмах плануєте використовувати етніку, чи це буде більш фантастику, фентезі? Я не буду розказувати, у нас замечательный совершенно потрясающий художник по костюмам Дмитрий Курята, ми з ним работаем уже не первый проект. Он был автором костюма для Долгорождественского обеда, для «Женщин в реминоре», он был автором костюмов для «Спящей красавицы». И вот это вот четвертый, и «Вверх по реке» тоже, пятый проект мы делаем вместе с Димой. Эскизы еще в процессе работы, поэтому ничего не скажу вам про это. Единственное, что я знаю, что я совсем уверен в музыке «Родина», то, что я ее уже слышал, знаю, то, что это абсолютно гениально. И я на 100% уверен в «Куряте», потому что Дима за многие годы нашей работы совместно ни разу меня не подводил. Его костюмы всегда выстреливают, как просто фантастический фейерверк. А декорациями также не занимаете? Нет, у нас в этот раз я решил пойти другим путем. Я в этот раз решил использовать модную трендовую историю и технологию, так называемый 3D-маппинг. И мы работаем в сотрудничестве у нас творческое с замечательным видеодизайнером Ольгой Никитиной. И украинские зрители ее знают по всем проектам, которые были на ВДНХ. Это «Дом таймничих пригод», это «Барон Мюнхгаузен», вот эти вот все проекты Кости Томиченко. Все 3D-видео делала она, Оля. Вот. И мы с ней решили поработать. Это будет интерактивный 3D-маппинг. Как это будет выглядеть? Никогда в жизни этим не занимался. Я еще из-за этого переживаю ужасно. Но я думаю, что все получится, потому что уж больно хороши все составляющие. Больше всего я не уверен в себе. Київ Модерн Балет вже так модернізується, вже навіть 3D-технології залучають. Да? Тобто ну, вже... пора, потихоньку. Треба пробувати щось нове. Ну, роботів ще на сцену не будете, не плануєте? Я знаю, ми з вами общались до початку ефіру, ви поклонитесь робототехніки? Ні. Роботи і балет – це дуже дорого. Ні, ну це дорого, напевно, що лише людина може передати. Є історія, замечательна з історії мирового балета. В книжці великого хореографа французького Маріса Бежара він описує свій опит, коли він в Авіньонському фестивалі театральному. Говорить, у мене було відчуття, що я просто проведу революцію в балетному світі. И огромные роботы, многометровые, соотносились с танцем, с танцовщиками, идеально выверенная хореография, перемещение роботов и танцовщиков, это было все. И вот начался спектакль, и роботы вышли из повиновения.
И весь длинный балет танцовщики спасались бегством от робота по этой сцене, пытались хоть что-то делать. Вот, чтобы этого не произошло, я занимаюсь вот только артистами живыми, талантливыми артистами театра «Київ Модернбалет». Правильно, ми хочемо бачити живих акторів на сцені, а не роботів. Нехай вони залишаються. За цей період десь, можливо, на якихось фестивалях ви були десь? Да, у нас ділиться вся наша гастрольна діяльність на фестивальну і не на фестивальну. По поводу фестивалей, да, ми були на нескільких, я, може, зараз всі не спомню, но от в Венгрії, в городі Д'йор, є замечательна, главная современная балетная труппа Венгрии, именно балет Д'йора. И они проводят фестиваль современной хореографии. Вот мы были буквально вот меньше года тому назад были у них в гостях, показывали наши спектакли «Болеро и дождь». Это 7-го года спектакли, но тем не менее до сих пор они дышат свежестью. Вот «Дождь», например, идет, есть в репертуаре национального балета, национального театра Чехии в Праге. И вот идет замечательно, и уже не один сезон. Так что пока еще актуальная хореография. Также мы были на старейшем на территории постсоветского пространства фестивале современной хореографии. Как ни странно, все удивляются, те, кто не знают не в материале про современную хореографию. Первый главный фестиваль современной хореографии на территории бывшего СССР проходит в городе Витебск. И вот в этом году это был 31-й фестиваль. Представляете, ежегодный 31-й фестиваль. И мы показывали там нашу спящую красавицу, имели замечательный успех. Там особенная публика витебская, они за 31 год в небольшом белорусском городе воспиталась целая прослойка людей, которые знают, любят и очень хорошо разбираются в современном танце. И там особенная публика, и там ее невозможно обмануть, потому что они видели все за эти годы. Вот. И поэтому там особенно тревожно, особенно волнительно. И когда в финале овации, и зал стоит, это особенная радость. Коли ви говорите особлива публіка, а чи можете ви сказати про свою публіку, що вона особлива в Києві, наприклад, в Україні? І в чому особливість вашої публіки? Вона ж відрізняється, напевно, від публіки, яка ходить в кіно, кінематографічні прихильники кінематографу. Да, мы даже на входе в зал, когда люди заходят в зал с билетами, я спрашиваю, ты был в кино? Они говорят, да, не пускаю тебя в театр, все, уходи отсюда. Ну, вы жартуете, але тем не менш. От что бы вы таке сказали, чем ваша публика відрізняється, чем вона особлива, за что вы ее любите? Адже вы любите публику? Я люблю публику, но я совершенно не могу ее оценивать и не могу ее анализировать. Мы еще не проводили, знаете, это очень модно сейчас, маркетологические так. Все эти исследования и так далее, анкетирование. До этого руки не дошли, как отдельное юридическое лицо, нам меньше, чем, ну, нам полтора года всего. Поэтому мы в самом начале пути. Поэтому нет у меня. Я просто скажу, что публика всегда права. Работаем мы, конечно же, для публики. И если мои молодые коллеги иногда могут сгоряча бросить, что нам все равно, какой будет отзыв публики, нам не важно, что немного народу в зале, обманывают. Ну, это важно. Это важно, чтобы был полный зал, и важно, чтобы был потрясающий прием в конце. Потому что, опять же, почему-то вот я вот сегодня второй раз говорю об этом мастере, Морис Бежар, когда у него спрашивали, ему было около 80 лет, он продолжал ставить балеты, и меня спрашивали, Морис, зачем вы ставите, вы столько поставили, вот 300 балетов поставили уже, зачем вы делаете это снова и снова? Он говорит, а мне нравится пленять. И в этом есть правда. Мне тоже очень важно, чтобы люди, выходящие из зала, они были заворожены тем, что мы делаем. И это может быть совершенно разные эмоции, это может быть радость, это может быть слезы, это может быть отчаяние, но они должны быть проникнуты тем, что мы им говорим со сцены. Это очень важно. А у вас есть в репертуаре дитячий репертуар? Нет. И не плануете? Ну, вы знаете, нет. Я пока не планировал, но я не исключаю, что могут появиться детские балеты. Другое дело, что, например, «Щелкунчик», вот это интересная история. Вот «Щелкунчик», который был поставлен в 2007, по-моему, году, он изначально мною планировался как балет для взрослых. А прошло время, и я по реакции зала видел, что дети тоже совершенно в восторге от этого спектакля. Они считывают свою какую-то историю. И
им комфортно, им интересно, их завораживают эти мыши огромные, они веселятся. Они, может быть, не понимают всех смыслов, которые я закладывал как автор в этот спектакль, но, тем не менее, как зрелище, оно им западает, им нравится, им не скучно. Это очень важно, потому что вообще детям сейчас долго детей удерживать в театре тяжело. Они немножко в другом темпоритме живут. Это же не дети 19 века с деревянными конюшками в качестве игрушек. Вот. И «Щелкунчик» превратился в такой себе, вполне себе детский спектакль у нас. И у нас нету возрастных ограничений на него. А мы его возим уже очень много лет. Возим в Нидерланды, Бельгию и Люксембург в декабре месяце. У нас постоянные туры в эти три страны Бенелюкса. И там тоже приходят дети голландские. И они тоже в восторге, хотя, казалось бы, они другой культуры, другого воспитания. То есть, вы знаете, если спектакль сделан хорошо, если честно сделан, если артисты работают честно, если музыка подобрана правильно, если костюмы пошиты правильно, если свет поставлен правильно, не может быть такое, что люди недовольны в зале. Просто надо честно и талантливо делать свою работу. Ви сказали про вікові обмеження. Взагалі, що немає вікових обмежень, можуть приходити діти. Вам можна. Мені можна, так. Але от цікаво, з якого віку, от ви особисто вважаєте, що дитину можна вже вести на балет і показувати це мистецтво? Це дуже сильно на відповідальності батьків. Понятно, що зовсім грудничков водити не треба. Ми про розумний вік вже якийсь більш говоримо. Я думаю, що батьки повинні відповідально відноситися до того, що може дитина витримати, що не може. Дети бывают разные, некоторым в 10 еще рано, а некоторым в 5 уже пора. Но надо просто оценивать реально своего ребенка. Тяжело оценивать самого себя, а своего ребенка еще тяжелее. Вот. Но тем не менее, это находится целиком на ответственности родителей. Мені здається, що навіть і вій ваш теж може зацікавити аудиторію підліткову, наприклад. Також. Я надіюсь, але я ще не бачив спектакля, розумієте? Я нічого не можу про нього сказати. Він в процесі рождения. Знаете, уже часть появилась, но мы еще не знаем, мальчик или девочка. Мы будем чекати. Вы кокетуете зараз, потому что уже глядач давно визначився и дав оцінку вашей работе. Мы чекаємо лише грандіозних вистав від вас і бажаємо їм успіху. Чекаємо тоді на червень, на прем'єру. Де саме буде прем'єра? В Октябрьському дворці з Жовтневою. Палас 20 июня. Приходите, дорогие друзья, на премьеру «Вия», театр «Киев Мадам Балет», музыка Александра Родина. Я тоже приду. Там и зустрінемося. Я вам дуже дякую за розмову. Будемо чекати. І я думаю, що те дитя, яке народиться у вас, буде гарне, класне, як завжди. І нас всіх пленіт, як ви сказали. Спасибо огромное. Дякую вам. Спасибо.